А вот как начисляются налоги, но для физических лиц, какими способами и до какого срока их можно заплатить, расскажут завтра сотрудники налоговой инспекции. В Якутске ведомство проведет день открытых дверей. Все желающие смогут больше узнать о порядке начисления и уплаты налогов на имущество, а также земельного и транспортного налогов. Специалисты подробно расскажут, кто должен платить налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании. Для удобства налогоплательщиков также работает интернет-сервис с личным кабинетом, и завтра все желающие смогут зарегистрироваться в нем. При себе необходимо иметь паспорт. Дни открытых дверей будут проводиться у нас 10 ноября с 9 до 18.00, 11 ноября с 10 до 15.00, а также 25 ноября с 10 до 15.00 по адресу город Якутск, 202 микрорайон, корпус 23, операционный зал инспекции. Также напоминаю, что срок уплаты имущественных налогов истекает у нас 1 декабря.